Здравствуйте, я попробую рассказать про функцию белая сенсорика или сенсорика комфорта. В моем случае она болевая, поэтому у меня автоматически происходит такая попытка уйти от ответов прямых на какие-то вопросы, которые касаются какого-то личного ощущения. Например, когда у меня спросили, что за еду я заказала на семейный ужин, то, несмотря на то, что 5 минут назад я этим занималась, и я отослала менеджеру ресторана все блюда, тем не менее, вся эта информация у меня мгновенно улетучилась. Она не остается как будто бы в памяти. И потом, например, меня когда спросили родственники, что там будет, мне сразу захотелось как-то отмазаться. Ну, я там ответила, ну, всего по чуть-чуть, я сказала. Вот какие-то такие обобщенные такие ответы сразу пытаюсь дать, потому что, когда я пытаюсь вспоминать, что же я там выбирала, я почему-то ощущаю такое, как это, словно это что-то лишнее, и как будто бы это, я вообще не несу ответственность за это, хотя это было целиком на мне, потому что больше некому было. Ну вот очень сложно на такие вот вопросы отвечать. Или, например, когда приходил фотограф для фотосессии, она задавала тоже такие вопросы, в каком цвете, каким образом я хочу. И мне тоже всегда целиком и полностью хочется переложить ответственность за все эти вещи на кого-то другого. Ну, в данной ситуации я на нее это все и постаралась сместить эту ответственность. Я сказала, давайте уж как-то на ваш вкус, вы там специалист, вы, наверное, разберетесь, что будет лучше смотреться, вы, наверное, разбираетесь там, что подходит людям в моей ситуации. То есть вот происходит какое-то вот такое нежелание отвечать на вопросы каких-то личных предпочтений. Тем не менее, я являюсь по профессии модельером, и я считаю, я хорошо разбираюсь в стилях, в том, как хорошо должно выглядеть изображение, как оно должно эффектно подаваться, но когда это именно касается меня лично, я очень сильно теряюсь. И я говорю, нет, вы сами разберитесь, потому что вам со стороны виднее. То есть, или когда я прихожу в парикмахерскую, то же самое. Они говорят, как вам сделать, и я показываю какую-нибудь фотку, которая мне нравится, и я всегда так дополняю. Ну, только сделайте, пожалуйста, по-своему, как вам кажется, будет лучше, исходя из того, как выглядит мое лицо, там, мой профиль. То есть вот мне всегда хочется, чтобы человек сам на свой вкус это что-то подбирал. С едой вот то же самое. То есть я знаю, например, что мне какие-то продукты есть нельзя, у меня там кожа испортится. И все, вот в рамках дозволенного я только и питаюсь. Получается,
если будут какие-то вопросы, а что бы ты ела, если бы вот, ну, не было проблем, да, там, с кожей? Я бы не сказала даже, что я знаю, что ответить. Потому что вот у меня есть по правилам то, что я должна питаться, и все. Вот получается какой-то личный интерес, какие-то личные вкусовые ощущения. Вот и с внешностью такая же вот проблема, то что я прошу других людей мне что-то рекомендовать. Я могу как бы с другими людьми работать, там, по их запросу подбирать, как лучше выглядеть. Например, если человек делает мне запрос, я хочу так выглядеть, чтобы, допустим, выделяться, например, или наоборот, я хочу не выделяться. То есть я, исходя из его запроса, я буду формировать там его какой-то внешний облик. Но если нет запроса, если человек имеет какую-то общую характеристику, типа, ну вот лично мне подходит, то все, и я буду строить гороскопы, я буду карты раскладывать. То есть я буду каким-то методом прибегать, лишь бы только что-то вообще какая-нибудь будь... идея хотя бы появилась, что-то можно придумать. То есть у меня у самой нету касаемо какого-то человека, что к его личности бы могло подойти. Ну и вот относительно себя у меня то же самое. Например, я могу поставить задачу, что надо выглядеть так, чтобы человеку ты внушал доверие, чтобы он при взаимодействии с тобой чувствовал, что ты специалист, что ты человек, которому можно доверять, и все, и я буду формировать все это под вот этот запрос, что мне там лично нужно, подходит или соответствует, я понятия не имею, только исключительно из запроса. То есть вот болевая сенсорика комфорта, она вот так проявляется, что ты как бы только на текущую моду ориентируешься, на текущую ситуацию, только, ну, ты избегаешь любого повода пытаться вот слушать, получается, себя, вот эти какие-то внутренние свои ощущения, потребности. Этого вот хочется всегда автоматически куда-то сбежать от этого, потому что, ну, я не знаю, либо их вообще нету. То есть я это у себя ощущаю, как будто их нету. Ну, либо очень сильно не хочется верить, что они вообще есть. Вот эти вот какие-то свои собственные ощущения и потребности. И вот где-то, наверное, с детства было такое ощущение, что хорошо было бы роботом быть там, каким-то там установкам отвечать, и, ну, чтобы ты не жил какой-то своей собственной жизнью, чтобы тебе вообще не было. Потому что какие-то попытки давать свободу, они всегда воспринимались очень как что-то трудное. Например, был период школьных каникул, вот этот летний, и несмотря на то, что для всех нормальных детей это классно, у меня это всегда воспринималось как лишний напряг, и где вот эти вот списки дел, там, ну, там давали литературу, я помню, в старших классах, чтобы ее прочитать. Ну вот я помню, ставила себе задачу, я пошла там, набрала книг, они у меня там огромными такими стопками стояли, то есть я старалась вот занимать, чтобы была работа еще и на лето. И мне очень сложно было бы придумывать, чем можно себя занять в свое удовольствие. То есть вот то, что для своего собственного удовольствия, для своего комфорта, это все воспринимается как что-то очень тяжелое, отягощающее. И это всегда очень странно выглядит в глазах других людей. Поэтому избегаешь на эту тему общаться, чтобы вот так вот странно не смотреться. Пытаешься сбежать вообще, там, перевести тему куда-то. Вот так вот проявляется, короче.